Мое поколение помнит то время, когда по старым телевизорам КВН, Старт-3 или Рекорд-6 всей семьей мы смотрели знаменитый фильм «Чапаев» и сокрушались о его гибели в реке Урал. Но, честно говоря, в сентябре 19 года, после гибели Василия Ивановича Чапаева, горевали о нем только его родные да боевые товарищи. Всенародная скорбь по герою накрыла страну лишь спустя 15 лет, когда в 1934 году триумфально проскакал по экранам страны киношный Чапаев. По всему Советскому Союзу кинотеатры осаждали толпы зрителей. В Госфильмофонде катастрофически не хватало копий. Не избалованные зрелищами люди десятки раз ходили на шедевр братьев Васильевых. В заметках к постановке фильма была такая запись. Герой картины – легендарный Чапаев. Мало кто о нем знает. Каким он был на самом деле, не знает никто. Да, Борис Бабочкин блистательно сыграл роль народного героя. Каким и чаял увидеть его весь советский народ. Но потому что время тогда было такое, из жизни Чапаева сделали, конечно же, на свой большевистский манер, почти житие святого Василия. А если вникнуть в подробности настоящей чапаевской судьбы, то из канонического образа бравого красного командира, кавалера трех царских георгиевских крестов и советского ордена боевого красного знамени начинает сочиться душа. Душа, изболевшаяся от несчастливой любви, о прижизненной и посмертной лжи, от измен и предательств. Но согласитесь, в подавляющем большинстве случаев кому лучше всех знать правду о родном человеке, как не потомкам? Вот они, в отличие от зрителей, прекрасно понимали, что этой правды почти нет ни в книге Фурманова, ни в знаменитом старом фильме. Вот что рассказывала дочь комдива Клавдия Васильевна в интервью радиостанции «Маяк» еще в 1999 году. Когда книга только вышла, все чапаевцы возмутились. Такого не было. Помню, мы с братом и дочерью мачехи даже поехали к писателю. И последняя сказала ему: «Все, что вы написали, брехня». Он не выгнал нас, стал оправдываться. Писал литературным языком, вымысел, мол, в художном произведении допускается. Вот и мы попытаемся разобраться, что же осталось за кадром. И начнем по порядку, как водится, с самого рождения. Шестой ребенок в семье деревенского плотника, Василий родился сильно недоношенным и, по преданию, первые месяцы жизни отогревался в отцовской меховой рукавице на печи. 12 лет от рода ему пришлось покинуть родное село Будайки, теперь это в черте города Чебоксары, и ехать в город по служению к купцу. А к 21 году Василий вернулся домой и стал плотничать с отцом и братьями. Они исходили с шабашками всю Самарскую губернию и соседний Уральский округ. Позже Чапаев станет воевать в этих местах и сможет ориентироваться там безо всякой карты. Весной 1908 года Чапаевы подрядились строить храм в самой Самаре. Там с Василием случилось два чудесных события. Первое – это что он, устанавливая на куполе крест, не удержался и слетел с 20-метровой высоты на землю. Но остался цел и невредим, не считая крохотного шрама над верхней губой, который позже прикрыл пышными усами. И второе. Он смертельно влюбился в работницу самарской кондитерской фабрики, 16-летнюю Пелагею Метлину. 7 лет Василий да Пелагея прожили душа в душу. Дети рождались один за другим. Счастье кончилось. В 1915 году Василия забрали на фронт. 2 года он служил разведчиком, дослужился до унтер-офицера, был 3 ранен, с 10 раз контужен. А Пелагея тем временем задурила и стала в открытую путаться с соседом. Кончилось тем, что она совсем ушла к любовнику, бросив 3 детей. Любовник, в свою очередь, тоже оставил 7 детей на парализованную жену. Их потом подкармливал сердобольный Чапаев. С тех пор Василий видел свою неверную супругу только однажды, да и то случайно. Ехал в бричке, она шла по дороге навстречу. Чапаев слез с козел, догнал Пелагею, схватил за руку. «Вернись, Христом Богом прошу». А в бричке у него тем временем сидела уже другая жена. И тоже по странному совпадению Пелагея. И такая же беспутная. А встретился он со второй-то Пелагеей из-за беды. На фронте Первой мировой был у него друг Петр Камешкерцев. Они сразу сговорились, если одного убьют,
другой потом будет заботиться о его семье. Петра убили под самый конец войны. Верный своему слову Чапаев разыскал вдову с двумя дочерьми и хотел забрать девочек к себе. А Пелагея ему и говорит: «Да чего уж там, бери нас всех вместе». Став комдивом, Василий Иванович поселил Пелагею и пятерых детей, троих своих и двоих приемных, при складе дивизии. Раз в месяц он приезжал к ним на побывку с фронта. Вероятнее всего, он с ней не жил полноценной супружеской жизнью, поскольку та была довольно немолода и вдобавок некрасива. Однако оказалось, что и она спуталась с начальником склада Георгием Живоложиновым. И Чапаев их застукал. Живоложинов с перепуга сбежал в банду атамана Серова. Очередной раз обжегшись в личной жизни, Чапаев после этого словно искал смерти. Ездил без охраны, гулял во весь рост по окопам, а главное, стал дерзок с начальством. Но об этом отдельно. А по пути к этой теме мы развеем и другие устоявшиеся мифы. Лихой Чапаев, вопреки образу, созданному в кино, верховой езды вообще не любил. Да и его дивизия, к слову сказать, была мощная, но отнюдь не кавалерийская, а пехотная. Были у него, однако, и автомобили, алый «Стервер», конфискованный у какого-то буржуя, синий «Паккарт», отбитый у Колчака, и желтый «Форд». Это последнее чудо американской промышленности развивало немыслимую скорость 50 км в час. И было оно оснащено на манер тачанки. Пулемет выглядывал сквозь отверстие, вырезанное в заднем стекле. Салон вместе с командиром набивалось полтора десятка красноармейцев. И не раз шальной чапаевский форт, опередив не только основные силы дивизии, но и авангард и даже высланную вперед разведку, в одиночку вырывался в какую-нибудь белоказачью станицу и открывал отчаянную стрельбу. Бывало, что Василий Иванович со своей группой бойцов уже пил чай в наскоро оборудованной под штаб хате, когда к освобожденной станице подтягивалась его тихоходная дивизия. А в ней служили все больше родственники соседей и соседи родственников. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, а не за коммунистов. Чего? Чапаевская дивизия была чем-то вроде небольшой, но воинственной крестьянской армии кочевой республики. Собственными пашнями, мельницами, хлебопекарнями и даже школами, которые Чапаев учредил при каждой роте. Кроме арифметики и чистописания, там преподавался и закон Божий. Да и сам комдив был по-крестьянски набожным. Накануне каждого боя клал земные поклоны перед иконой. Нравы в его войске царили патриархальные. За мародерство и грабеж бить плетьми, а после гнать за шеи. Офицеров за игру в орлянку на деньги разжаловать в рядовые. За уход из расположения части на блуд в соседнюю деревню арест на трое суток, гласил приказ Василия Ивановича. Увы, к последней мере приходилось прибегать частенько. Ведь в маленьком чапаевском государстве катастрофически не хватало женщин. Поначалу бойцы и командиры возили за собой своих жен, но те быстро устроили свару на тему «Чей муж главнее?». И Чапаев постановил выслать всех баб в тыл. Авторитет руководителя был непререкаем, а талант полководца отменным. Однажды в районе Новониколаевска чапаевцы стояли на низком левом берегу реки, а казаки на высоком правом. Числом они превосходили красных раз в 5. И единственный мост на всю округу был у них. Василию Ивановичу пришел приказ отступать, а он во всеуслышание объявил этот приказ дурацким. Велел собрать по селам крупный скот и пустил к мосту, а вслед горстку бойцов. Жара стояла страшная, пылища столбом, а тут сотни лошадиных и коровьих копыт. В общем, белые издалека не разглядели и решили, что Чапаев двинул к мосту свои основные силы. А тот тем временем тайно обходил их вброд и победил. Только вот за это в штабе армии на него здорово обиделись. А что было дальше, мы расскажем во второй части нашего очерка.